Всем доброе утро. Прям начала снимать с самого-самого утра. Мы только проснулись. У нас на улице такой ветер, холодно, тоже пасмурно. Вон моя роза, видите, надо ее подвязать, будет выйти на улицу. В общем, мы сейчас будем завтракать. Мы спали до 8 часов сегодня, прям не верится. Видите, какой ветер. Будем завтракать. Ставлю гриль, разогреваю. Будут у нас тосты. Каждое утро мы кушаем тосты. Это очень вкусно и очень неполезно. Собрались погулять, да? Да. Дождь пошел. А зачем мы выходим гулять, если дождь идет? Вот хороший вопрос, Димчик. Хороший вопрос. Да, пойдемте. Я не хочу. Так, мы приехали в наши любимые пончики. Тут разные просили показать. Такие пончики, булочки там разные, салатики. Ты ждешь, Сонь? Пончики ждешь? Ага, все хорошо. Вкусно? С шоколадом взяли. Ага. Такие. И тут у нас обычные. А, пивоты, да. А, кажись. Успели быстренько перекусить пончики и в машину, потому что пошел дождь. Приехали, хотели погулять, но... Все, мы уже приехали домой. Погода просто меняется, но сегодня намного теплее. Вы тоже спрашивали, что... Почему ты все время говоришь так холодно, холодно? А, на самом деле это 6-7 градусов, но очень сильный ветер такой, что вот реально детей сдувает. Вот не везде. Сегодня вообще хорошо, ветра нет, хоть и дождь шел, но все равно после такого ветра прям приятно находиться на улице, несмотря на то, что пасмурно и дождик, но все равно. Вот, потому что очень сильный ветер, и из-за этого невероятно холодно. Вот. У меня сегодня день капусты. Я сегодня хочу заквасить капусту и сделать красную капусту. У меня есть на канале, я, по-моему, несколько лет назад выставляла это видео. Красная капуста готовится за день. Очень вкусно, очень быстро. Вот, но еще нужно заквасить. Но сколько она будет? Дня 3, наверное, квасится. Вот, поэтому, в общем, мне сегодня надо этим заниматься. Так, ну что, готовим красную капусту, которая готовится за сутки. На следующий день готова. Режем капусту. Просто режьте квадратиками, она у меня просто уже рассыпалась. Вот так вот крупно. Для рассола нам потребуется 2 литра воды, соль, сахар, уксус и масло. Я вам все напишу внизу в описании, чтобы вы видели рецепт наглядно. И также нам потребуется морковка, буряк и 2-3 зубчика чесночка. Сейчас в воду наливаем воду. Добавляем соль, сахар, чтобы все это у нас растворилось, уксус, масло. И потом этот рассол нужно остудить и залить нашу капусту. Поехали! Don't need no money.
We can be brilliant with our millions. Baby, it ain't no crazy. Wanna come over? I wanna get moving, grooving. Your folks disapprove it. We can have fun, yeah. Don't need no money. We can be brilliant with our millions. Все, я залила маринадом. Получается, я делаю где-то литр, чтобы развожу соль, сахар и просто заливаю потом отдельно. У меня литр воды, чтобы такое было холодное. Вот, все. И оставляем на кухне, там на окне можно поставить, ну, где угодно. Оставляете на сутки, закрываете крышечкой. Можно периодически помешивать, чтобы капуста, ну, равномерно все это дело покрывалось. У меня просто кастрюлька маленькая, я делаю совсем чуть-чуть. Лучше делать в более, ну, такой большой кастрюле, чтобы вам было удобно. Мы продолжаем влог, у нас уже следующий день, уже 11 часов. Мы до сих пор все в пижамах, дети играют, Димка тут строит Макдональдс. Да, Димусь? Да. Да. Дим, покажи, кстати, свою прическу, мы вчера подстриглись. Нет, с другой. Вот, да. Соня лохматая, никак не могу ее заплести, ни в какую не хочет. А ты что строишь? Не знаю, что ты строишь. Ты расскажи, что ты строишь. Поезд. Поезд, да. А у нас, смотрите, какое солнышко. Вообще красота. Аж не верится. Вчера такая погода была, дождь, а сегодня круто. Да, сейчас мы достроим, заплетемся и что-то придумаем, да? За картошкой фри? Мы только позавтракали, ребята? Не, за картошкой фри, немедленно. Я уже привела себя в порядок, но тоже до сих пор хожу в пижаме. Не хочется переодеваться, так классно. Ой, хорошо, выходные, но уже завтра опять рабочая неделя, так что сегодня нужно хорошо отдохнуть. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be there. No, they don't pick us up, instead they knock us down, and that's the way it goes until we're in the ground. I don't wanna do this anymore. No, I just wanna say hello. Все, мы взяли самокат, идем сейчас в Гагаринском парке, у нас покатаемся на самокатах. Вообще красота. У нас ветер, а здесь такое солнышко, и вообще ветра нет. Шапочку оденем? Куда поехали? Соня, шапочку оденем? Мамуся, поехали. Вперед, вон туда, да, прямо, короче. Давай. Давай, езжай, Димка тебя догонит. Можно велики взять на прокат. Да, тут какое-то приложение скачивается. 1 минута 2,5 рубля, час 130 рублей. Прикольно, взяли, поехали. А
Мама, молодец. Красота. Мам. А, глянь, какое желтое дерево, да? Да, знаю. Желтое. Тут такой пикничок можно сделать. Тут аниматоры гуляют. Сонька говорит, ой-ой-ой, кто это пришел? Сейчас пойдем догоним. Такая зебра. У нас прям классная такая осень. Приятно погулять. Как будто и не было этих холодов. Ныряет, да, уточка? Мы взяли катамаранчик. Очень страшно, да? Плавать не умею. Тебе не страшно? Мне очень страшно. Я всегда думала, что за люди катаются на таких катамаранах. Ой! Нет. Ну, в итоге папа, короче, нас уговорил. Да? Сейчас у нас будет смертельный номер. Проплыть. Мам, под мостиком. Мам, голову туда. Голову прижимай. Давай, прижимай. Наклоняй голову. Не знаю. Ой, страшно. Вика, Соня, привет. Привет. Прижимай, пап, ты пройдешь? Вау. Мне было страшно. Так, мы уже загрузились. Сони нет. И едем куда? Домой, без картошки фри. Все, съели. Соня, ковыряй в нос, папа вон загружает. Я ничего не съел, у меня большая мясо. Пачка осталась, а тут большая. И едем жарить шашлычки. Решили мы, и раз такая классная погода, то нужно гулять, потому что непонятно, когда это закончится. И сейчас купили, заехали мясо. И поедем сейчас быстренько пожарим шашлычки, посидим на террасе, погуляем, потому что дома сидеть уже не хочется, пока там хорошо тепленько, нужно отдыхать. А мясо мы покупаем вот здесь, мясо в маринаде на Павленко, да это? Да. На Павленко. Там и мясо есть, там и соусы, и лепешки, и лавашики, в общем, все-все есть. Что наш ужин готов. Мяско, капусту, которую мы с вами вместе сделали, перчик, это соус, картошечка. В общем, мы сейчас садимся кушать. Чайник вон закипает уже. Соня тут с божьей коровкой нашла, да? Ой, как нравится. Так, а мы садимся кушать. Димочка, давай за стол будем кушать. Чем? Мы тут пришли с Сонечком купаться, пока Соня купается, помыла ей голову. Слушайте, девочки, столько было у нас проблем помыть голову. Ты помыла. А, она так боялась мыть голову, сейчас, слава богу, уже не боится. Она так плакала, вообще, это был, конечно, какой-то кошмар. Слава богу, переросла. И вот вы удивляли, спрашивали, там удивляли, что это такое у нее на голове. Такая вот пеленочка, обычная пеленка, я покупала, когда она была маленькая. Я ей так вот заматываю голову, чтобы вода впитывалась, потому что полотенце спадает, а вот такая вот пеленочка обычная, ХБшка обычная, и так хорошо вода впитывается, и потом ей голову, она либо сама высыхает, либо я сушу феном, ну, подсушиваю, чтобы она с мокрой не ходила. И стараюсь ее голову мыть где-то во второй половине дня, чтобы не на ночь, потому что раньше перед сном мыла, это пока помыли, пока высохла, но долго, чтобы она не ложилась с мокрой головой, поэтому сейчас я стараюсь немножко пораньше ее покупать,
просушить голову. Вот летом не сушила феном, но сейчас такое достаточно прохладно, поэтому я вот это вот пеленочку и потом феном немножко просушиваю, чтобы голова была сухая. Что ты хотела сказать? Ты игрушки хочешь показать свои? Покажи. Да, у нас всегда куча игрушек. Попытик. И я игрушки меняю, чтобы вода не попадала в игрушки, что-нибудь такое даю, потому что как-то мы с вами разрезали игрушки, там внутри просто плесень. Да, водичка. Ты будешь выходить? Нет. Нет? Ну купайся пока. Вот она, красотка, покажись. А мы, смотрите, что смотрим. Один дома, да, Сонь? Да. Прям класс, новогодний такой. Зажгли тоже наши фонарики, уже батарейки садятся, нужно будет поменять батарейки, чтобы они ярко светили. И вот здесь вот уже надо будет переделать. Что будем делать? Да потом просто не это. Не что? Камеру. Вот так снимать? Камеру. У нас выключили свет, и у нас начался, Дима, что? Ночной режим. Дожорно называется. Поправьте чайник. Будешь кушать? Горячий? Сейчас мы это сделаем. Как старые добрые. Мне микроволновка, а пожарить. А пожарить, да. А можно я у себя положу? Давай. Я уже сырок ложу. А я тоже хочу. Вот тут маму, да, на него? Где? Камера. Камера наблюдения. Вот я мой. Вот и мой. Все, поплачу. Включаю, слышишь, включаю. Угу. Вот так, Димчика купили. Ой, Лёха. Вам не скучно, ребята? Остановка! Дима, ты опять без тапок ходишь? Ну, у нас микроволновки нет, но мы нашли выход. Сейчас сделаем быстренько, горячо. У меня супер голова. Супер голова? Да. Да. Дима! Сейчас уже все готово, можно выключать. Хорошо, что у нас плита газовая, потому что у нас у многих в районе плита электро и, конечно, без плиты тяжко. Ни чай сделать, ничего. Так, все. Мы купили, кстати, такую ветчину. Переложила уже. Вместо колбаски. А? А покажешь? Сейчас мы сейчас покажем супер номер. Садись. Давай. Садись. Давай. Садись. Подожди. Готова? Да, не фокусируй. Давай. Ой, кошмар. Ой, мышка, ты пришла. Нам дали свет, а дети уже спят. Сегодня днем не спали, поэтому сегодня все так рано заснули. А у меня, посмотрите, что здесь, сушилка. Я не погладила вещи на завтра Димчику в школу. Я всегда это делаю заранее, но вот сегодня как-то так получилось, что я не успела, и не было света. В общем, сейчас остановлюсь, надо погладить на завтра кучу-кучу всего. Да, мышка? И будем на этом заканчивать. Кто ты? Красотка. Ты замерзла, что ли? Сушку занесла с улицы, потому что вещи сохли на улице. Боюсь, Димки, на такие вот кофточки, рубашки сушить в сушилке, поэтому они у меня сохнут на такой вот сушилке. В общем, сейчас включаю сериал и становлюсь гладить, потому что на завтра нужно будет все это дело погладить. Да?
Все, на этом заканчиваю. Всем пока-пока. Скажи всем пока-пока. Все за тебя так переживают. Все за тебя спрашивают. Уже скоро будем стричься. Ну, еще чуть-чуть надо подождать немножко. Она такая сейчас такой, как маленький пуфик. Но скоро пострижемся, и она будет у нас такой красоткой. Все, всем пока-пока.